Ребят, вот мы доехали. Наконец-то такие красивые места, честно говоря. Первый раз вот мы здесь. Спасибо руководству Тутакуля. Организовала нам. Показала места, ребята проводили. Довезли, можно сказать, до места. Места, конечно, красивые. Канал входящий. И чуть дальше само озеро Тутакуль. Вот приехали, уже снарядились. Покидать на Змейбашку, пока есть еще время, есть солнышко. Так что начинается рыбалка у нас. В этом сезоне первая. Да, сейчас начнем спиннингом, что-то работаем. Да, спиннингом, а потом уже сядем на удочки и посмотрим, что дальше будет, как получится. Все расскажем, покажем, объясним. Да, если не получится, сейчас будем поймем, наверное, живцов. На живца кинем, на судака. То же самое на Змейбашку. Судак, на Змейголова. Ну и на сазана, само собой. Ну это обязательно вечером, ночью. Вечером, да, поел. Вечером. Давайте будем тратить время. Начнем рыбалку. Давайте. Что, ребят, пришло время прикормки, чтобы поймать мелочевку на вечерок. А что добавил ты? Кукурузу, пшеницу, заводской прикормки добавили, сладкую кукурузу. Ну что, ребят, сделали кашицу, будем ловить сазанчика в плотву. Ну что попадется. Это значит туда. Ну что, ребят, пробовали на спиннинг ловить, но не получилось у нас. Рыба есть, голов есть, но почему-то не берет. Искусственную лягушку не берет. Что-то. Да, или еще рано. В принципе, в конце мая мы обычно выходили. Решили переехать чуть глубже канала, половить мелочь. Попробуем на живца. Сейчас пока только закинули, да, только забросили. Только сделали забросили. Немножко прикормки. Решили присесть на фидер. Ну, я думаю, что-нибудь поймаем все равно в любом случае. Так что рыбалка наша продолжается? Продолжается. Мы что, не успели даже палатки поставить. Решили сейчас вот сперва посмотреть, есть ли рыба или нет. Рыба есть. Змейголов я имею в виду. Вот насчет, да, других рыб. Насчет других рыб пока еще ничего не можем сказать. Сейчас будем рыбачить, еще не вечер. Природа классная. Природа вообще супер, ребят, это вообще что-то. Птички поют. Я здесь первый раз. Дима, ты тоже, да, кажется? Да, тоже. Шикарное место, столько зелени, столько всего. И вот этот канал, вода сейчас течет в Тутакуль, да, кажется? Да, в ту сторону. Это, по-моему, из Куймазара вытекает и заходит в Тутакуль. Канал шикарный. Это ширина 25 метров, 20-25.
Глубину не знаю, еще не измеряли. Но глубоко. Видно, что глубоко. Да, видно, что глубоко. 4 метра точно есть. Все, ребят, будем рыбачить. Результат покажем в любом случае. Давайте. Поклевочка была. Мне кажется, не крупная рыба. Более идет. Время сколько? 6 часов утра, кажется, где-то около 6. Вот, подошел. Дим Семей. Вот, играет, смотри как. Оп. Иди сюда, малыш. Ну маленький он. Смотри, как играет. Смотри. Иди сюда. Смотри. Сазанчик у нас сегодня. Ребята, это наша первая рыба. Иди сюда. А? Да. Утром рано вот. Первая поклевка наша. Все. На червя он попал. Вот. Но мы его отпустим, конечно. Мы его мучить не будем. Он уже почти отцепился сам. Сколько грамм? 200 или 300? 400. Отпустим его. Спустя часик. Тоже не крупная. Мелочь какая-то. А вон идет он. Дима, он сними его. Вот. Иди сюда. Ну тоже такой же по размеру, грамм 400, наверное. Такой же. А вон поклевка. Вот. Тоже мелочь, кажется. Не крупная рыба. Вот очередная поклевка. Ну почему-то поклевки утром пошли у нас. Ночью ни одной поклевки. Тоже не крупная рыба, мелочь, кажется. Вот идет, малыш.
Тоже так же грамм 400 он. Вот. Чистенький сазончик. Да, хорошенький. Ну, отпустим его. Вот. Закульский наш сазончик. Все, ребят, можно сказать. Переехали мы ночью на другую сторону туда Куля, потому что там поклевок практически не было. Нам сказали, просто подошел пастух и сказал такую нехорошую новость, что неделю тому назад электроудочники пробили канал. Прошли оттуда, да, электроудочники. И нам пришлось, да, все настроение упало. Мы обратно собрались, собрали палатку, все снасти, снасти, и переехали вообще в другую локацию. Это остров Полковника, так в простонародье говорят. И здесь ночью мы были здесь, обратно все раскидали свои удилища, да? Да, раскидали, но ночью поклевок не было. Вообще поклевок не было. Вот утром несколько поклевок было, сазанчиков грамм 300-400. Вот. А там, кстати, был змееголов, да, помнишь? Да, две семьи мы увидели, но мы заметили позже, что они охраняют своих детишек. Поэтому мы не стали больше туда закидать лягушками, да, ничем, да. Не стали уже как-то охотиться на них. Несколько дней тому назад были наши знакомые на этом месте. Им удалось поймать хорошие экземпляры. Чанг. Двоз, да. Двоз, заба. Йоз, заехав туда, гаш. Ана. Ана. Кирак, группа. Кирак, ояк, да садба, гир, да садба. А? Да садба, гир, инты бардор, кэн, мэ, тун, мэ, хуата, да, сме. Ана, лапас. Ана. Рекорд, чудлеге, рекорд. Дуазур, бисти, сор, бисти, сей, мэ, март. Ана, ма, ана, сазан.